Найдите углы равнобокой трапеции, если разность ее противолежащих углов равна 20 градусов. Для начала сделаем рисунок, запишем дано. Четырехугольник ABCD – равнобедренная трапеция. Угол C минус угол А равняется 20 градусов. Найти угол А, угол Б, угол С и угол Д неизвестно. Ведем переменную. Пусть угол А равен x градусов. Тогда из условий угол С минус угол А 20 градусов. Выразим отсюда угол С. Тогда угол С будет равняться 20 градусов плюс угол А. Подставим сюда нашу переменную. Тогда угол С будет равняться 20 градусов плюс х. Воспользуемся свойством равнобедренной трапеции. Угол А равен углу D. И все это равняется х градусов по свойству равнобедренной трапеции. Угол B равен углу C. Также по свойству равнобедренной трапеции. Углы при основании равнобедренной трапеции равны. Сторона BC параллельна стороне AD. По свойству трапеции. Основание трапеции параллельно. А раз у нас эти стороны параллельны, отсюда следует, что угол C плюс угол D в сумме дает 180 градусов. Так как это сумма односторонних внутренних углов при параллельных прямых AD и BC и секущей CD. Подставим сюда наше обозначение. Угол C это 20 градусов плюс x. Плюс угол D. Угол D равен углу А. И все это равняется x градусов. Плюс x. Будет равняться 180 градусов. Преобразуем. Получается 2x равняется 180 градусов минус 20 градусов. Или 2х равняется 160 градусов. Разделим все наше выражение на 2. Отсюда следует, что х равняется 80 градусов. Тогда у нас получается, что угол А равен углу D, и все это равняется х, то есть 80 градусов. Найдем угол С. Угол С будет равен 20 градусов плюс х, плюс 80 градусов. Посчитав, получаем 100 градусов. Запишем ответ. Угол А равен углу D. И все это равняется 80 градусов. Угол С равен углу B. И все это равняется 100 градусов. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.